Технологии литейное производство, сталь, чугун и термодинамика. Использовать все эти сложные термины для докторов технических наук, академиков и научных сотрудников не составляет труда. На специальной научно-практической конференции металлурги получили немало полезной информации. Цели конференции – это взаимодействие между научными школами, производственными коллективами России и Казахстана. У нас много общего, у нас общие технологии, общие цели, общие задачи. На конференции присутствовали гости из Казахстана, Германии и даже из Донецкой Республики. Чтобы поделиться опытом, каждый участник в своем докладе говорил о новых разработках. Челябинская область всегда была одной из первых в сфере металлургии. Южноуральский госуниверситет готовит специалистов в технической сфере. Не случайно именно он стал площадкой для проведения конференции. Мы разрабатываем программу импортозамещения Челябинской области, да, для предприятий Челябинской области. Сегодня российским металлургам, российским предприятиям требуются большие работы по НИОКРу, по научной разработке, и именно вот ЮРГУ и научный потенциал сегодня позволяет нашим предприятиям рассмотреть в будущее с оптимизмом, в том плане, что все-таки наша научная мысль, она опережает. То есть мы как были опорным краем державы, да, как мы были ядерным щитом страны, мы продолжаем им оставаться. Студенты, аспиранты и доценты физико-металлургического факультета также приняли участие в конференции. Полученную информацию каждый студент может использовать в своих исследовательских работах. А доценты и преподаватели могут пополнить свои знания в сфере инновационных технологий. Пытаюсь узнать что-то новое, что-то узнаю. Дело в том, что я читаю курсы производства отливок из стали, из чугуна, то есть это непосредственно мой профиль. То есть, вот, хотел бы поднять свою квалификацию, то есть что-то почерпнуть. Организаторы надеются, что совсем скоро новые технологии можно будет внедрять в работу предприятий.